Энди, я предупреждаю тебя в последний раз. Мне надоело. Иди. И помни, что я сказал. Парни, капитан подписал мое прошение на отпуск. Счастливчик. Куда на этот раз? Мексика. Аргентина. Аляска. Аляска. Я лечу в Россию. Куда? Повторяю специально для канадских полицейских. В Россию. Зачем? Джо, там плохие дороги и воруют. Там не умеют пользоваться кредитками. Вы забыли, что я был первым на экзамене по экстремальным ситуациям? Я просто бабушке обещал. Я еду. Летел до Москвы из Калгари самолетом. Это Канада. Олимпиада. Родео. Знаете Родео? А то. Кто ж не знает Родео? Вот, пожалуйста. Плиз. Thanks. На здоровье. Может, еще что-то? Спасибо, спасибо, у нас все есть. Да, родная, иди, видишь, беседуем. Ну, так я помочь хочу иностранному гостю. Мы сами поможем иностранному гостю, спасибо. Так, что там, Радео? Я участвую в Радео. Ковбой. Так ты казак? Да. Бабушка говорила, мы казаки. Тогда давай выпьем с братьями казаками. Не-не-не. В поезде нельзя. Я не пью. Это не разговор. Понимаешь, у нас, у казаков, на сухую знакомство не начинают. Слава Богу, что мы казаки. Люба, брат. Люба. Ну, ты казак или кто? Казак. Он казак. Конфеты. Холодная водичка, пирожки, конфеты. Пирожки, горячие пирожки, пирожки с мясом. Почем твои пирожки с котятами? Язык без костей, мельче, что попало. Телятин свежий, с рынка. С рынка? Холодная, свежая. Ну, если с рынка, ну, дай пяток. Молоко, утреннее молоко. Вер, салфеточки возьми. Спасибо. Эй, а деньги? Эй, стой! Стой, гад! Держите, вор! Стоит! Стой, тебе говорю! Подъезжаем. Станция Никольская. Стоянка 3 минуты. Come in. Войдите. Доброе утро. Чай, кофе. Oh, о, Господи. Моя голова. Ну так чай, кофе, может. No, thanks. Нет, спасибо. А где Петро, Саня? Так они еще ночью сошли, вы что, не слышали? А, жалко. Хотел им подарок подарить из Калгари. Я вам подарю. Where is my bag? Где моя сумка? Oh, God.
Уга. О боже, только не это. My bag, my jacket. Моя сумка, моя куртка, wallet, бумажник, credit cards, кредитки, cash. Деньги. Oh, а ну-ка. Ничего нет. Ой. Сейчас я начальнику поезда скажу. Ой, станция Никольская! Стоянка 3 минуты! Куда? Скоро поедем! Полицию! Sorry. Простите. Sorry. Прошу прощения. Что, охренела овца? Иди сейчас на место! Фрис, полез! Чё? Замёрзни, полиция! Так, парень, я тебя сейчас убью! Отпусти! Отпустите его! Что ты делаешь? Надо же, а? Приехать из самой Канады, чтобы вот так вот сразу накидал в поезде нарваться. Ну и что мне теперь с тобой прикажешь делать? Вот и я не знаю. Можно? Да-да-да, конечно, бей. Я колобок. Этого давай пока в обезьянник. Какой обезьянник? Я не понял. Она первая начала, потом мы этот в шляпе. Какой обезьянник? Давай, иди. Тихо, куда? Пусть сначала за пирожки заплатит. На вот, Визет, возьми сколько нужно, только не голоси, я тебя прошу, а? На, кушайте на здоровье. Спасибо. Ага. Посольство Канады. Good morning. Доброе утро, сэр. I'm a Canadian citizen and I need some help. Я гражданин Канады, и мне нужна помощь. What? Что? 10 days? Как 10 дней? But I can't wait. Но у меня нет возможности столько ждать. Listen, послушайте. My credit cards, no, у my меня cash украли кредитки наличные. Okay, I'll try. Хорошо, to я calm попробую down, успокоиться. But... Okay, okay, right. Я пойду. Куда стоять? Мы через 5 минут проходящие. А ну давай, садись. Пиши, как все было. Мне из-за тебя еще международного скандала не хватало. Да что ж такое-то, а? У меня из этого гуся товар пропадет. Пиши, говорю, и молчи. А то я тебя за незаконную торговлю штрафую. Yeah, I'm fine. Yes. Да. I understand. Я понимаю. Okay, good. Thank you. Хорошо, спасибо. I'll call back я later. Буду звонить позже. Все на каникулах? Какие-то праздники у вас? А, какие-то. Майские. 1 мая, потом 9, День Победы. Да, Елизавета испортила ты человеку поездку на историческую родину. Зови теперь к себе. Ага, сейчас. Разбежались, на. Ой-ой-ой, шучу, у тебя такого гостя. Нельзя доверить. Так. Так, гражданка Соколова. Соколова? Я тоже Соколов. Джозеф Соколов. Леди тоже Соколова? По мужу Соколова. Колька твой часом не объявлялся? А? Вы очень похожи на мою бабушку. Чего? Какую бабушку? Так, Лизавета, а? Ой. Все, Лизавета, иди. Вот что теперь с этим делать, а, Трофимыч? Ну что? Идите, говорят. И тебя, о, дел по ноздри. У моей бабушки тоже был горячий нрав. Да, обгоришь, знаешь, фиг делать. Господин Соколов, вы не отвлекайтесь. Давайте-ка мы теперь ваше ограбление запротоколируем. Так сказать, что, где, когда и при каких обстоятельствах. Ты чего припозднилась, Лизок? Все утренние давно прошли уже. Да, из-за одного малахольного весь мой бизнес сегодня накрылся медным тазиком. Угощайся.
мужикам своим бери, что добру-то пропадать. Ну, давай еще парочку. Ой, да не надо. Угощаю. А я тебе вечерком молочка парного принесу, творожка свеженького. Ну, бывай. Бывай. А ты погуляй по станице. Достопримечательности осмотри. А вечерком приходи, мы тебя на ночлег в обезьяннике устроим. В обезьяннике? Вау, у вас в полиции есть зверинец? А что, можно и так сказать. Окей, спасибо. Да не за что. И это, слышишь, шляпу сними, а? Ну, засми. Стой! А ну, стой! Стой, гаденыш! Стой, тебе говорю! Стоять! Сидержав! Грубника! Смотри! Tony was right. Тони был прав. They steal a lot. Воруют много. Слышь, клоун, ты чё улыбишься? По кумполу захотел? Хочу купить этот пай, пироги. А не пошел бы ты в свою Канаду? Одни неприятности от тебя. Стоп. Вы же хотели продать? Я хочу купить все. А не лопнешь? Не говорите, точно как моя бабушка. Нет, не лопну. Я голодный и злой, как волк. На, остыли уж совсем. Вау! Чрезвычайно вкусно. Кушай на здоровье. Спасибо. Скажите, а в России много обезьян? Мне бабушка ничего не говорит об этом. Еще как много, причем одни самцы. А что это тебя обезьяны заинтересовали? Господин полицейский сказал, что устроит меня ночевать в зверинец. Но если там много обезьян... Куда устроит? Какой зверинец? В обезьяне тебя, что ли, Митрохин решил устроить? Вот дает. Что ищешь-то? Garbage. Куда выбросить? Да уж, в обезьяне тебе точно нельзя. Ладно, пошли ко мне, товарищ ковбой. Лис, а почему только самцы обезьян? Я не понял. Доброго здоровья. Где такое чудо в шляпе? Откопала! Так там уж нет! А где артист? С какого театра приехал, Лиз? Канадская самодеятельность, тетя Варь! Ух ты! Прямо из Канады! А не врешь, Елизавета? Так зуб даю, дядь Федь! А выступать не будут в Доме культуры? Так уж выступили! Ну и шустрая ты, Лизка! Так ты вставай раньше и будь тебе счастье! Ты что? Ты что-то пусти, говорю, Ирод! Мэм, can I help you?
Я беру, все, куда нужно. Тихо. А ну-ка. Давай, баб Коль. Давай, иди. Ну ты что, ковбой, а? Хочешь воды, проси по-человечески. Чего бабку-то пугать? Я не хочу воды, я хочу помочь. Где ваши социальные службы? Волонтеры? Этой старой женщине нужен ассистент. Ну ты даешь, американец. А наша баба Поля поздоровее тебя будет. Ты бы видел, как она своего деда по двору веником гоняет. Вода в доме есть. Но если пить, то лучше из колодца. Туалет вон там. Туалет? Да-да, я понимаю. Великолепно. Да? Правильно? Есть такое слово? Великолепно. Слово такое есть, но ничего великолепного нет. Нет. Это великолепно. Руки мой. Спрашиваешь, ты уже вошла. Приятно познакомиться, Люси. Джо. Джозеф Соколов. Соколов? А это что, Колькин родственник, что ли? Да не. Полицейский из Канады. От поезда отстал. Говорили, ты артист иностранного домой притащишь. И что теперь? Да ничего, собственно, все равно симпатично, хотя не артист. Слышь, Люси, тебе на работу-то не пора? Джозеф, goodbye. Рад была познакомиться. До встречи. Да не бойся, не ядовитый. Сама собирала, сама солила. Опят называется. Опят что? Опят, грибы такие. У вас за границей грибы есть? Грибы, конечно, есть. В супермаркете шампиньоны, другие нельзя. Они же дикие. Сам ты дикий. То-то, а то выдумали. Опять у них дикие. It's so amazing. Удивительно. Чего именно? Ну, когда это вместе. Картошки, грибы. Фэт. Сало. Сало. Нет, я думал, есть нельзя. Почему? Калории, жир, холестерин. Ну, извини, что было? No. Как говорила моя бабушка, это было невероятно вкусно. Так у тебя бабушка русская? Ну да. Настоящая казачка. Ее отец, мой прадед, был Есаул. Он уехал из России, когда здесь была революция. Она выросла там, в Канаде, но все время считала себя русской. Так ты приехал родных искать? Нет, просто. Бабушка умерла полгода назад. Перед смертью она попросила поехать на Кубань, поклониться родной земле. Да уж. Поехал, так приехал. Поем? Куда? Где посудомоечная машина? Да уж, ковбой. Мы с тобой точно с разных планет. Лизавет! Выйди на минутку! Чё калитка заперта? О, Лиз. Они очень популярны.
Я даже знаю, почему. Я что, все продала, да? Ни одного не осталось. Надо же, я малым пообещала. Тань, а? Ты у меня с рот пирожки не брала. Придумай что-нибудь более правдоподобное. Тю, Лиз, ну ты шо? Да не шо, и другим передай, нечего ко мне шастать. Не за парк. Сори, я... Это случай. Да ничего. Это на счастье. На счастье? Да уж, на счастье. Так, тихо. Счастье это, конечно, много не бывает, но тарелки скоро закончатся. Приду вечером сама домой. Мне на работу пора. Я с тобой? С какого перепугу? А какого пере? Зачем? Тебя опять будут там обижать, я твою корзинку буду носить, от воров защищать. Да никто не будет меня обижать. Я на кондитерской фабрике работаю. Там никаких воров нет. А вокзал? Так это ж халтура. Ну как это? Ну подработка. Дополнительный заработок, понял? А, окей. Все равно я тебя провожу на работу. Ну уж нет. Хватит мне этого цирка. Это диван. Хочешь, поспи? Лиз. Спасибо. Ты великолепная. Ладно. Разберемся. Гудбай. Здравствуйте. Не надо! Я тебе всем пробью! Ты посмотри, курить он надумал! Не надо! Не стой, говорю! Не стой! Знаешь, что папка придет? Он тебя вообще убьет! Убьет! Не надо! Убьет! Нет, ну ты посмотри, да я тебя сейчас эти сигареты съесть доставлю! Я ж тебе всем попы! Не надо! Нет! Будешь курить, говори? Ну я больно не буду! Вы нарушаете права ребенка! Чего? Вы не можете бить ребенка. А что? А, ты кто такой? Я сержант полиции Соколов, мэм. А, ну давай мою тряпку, Соколов, вывали отсюда. Немедленно прекратите насилие над личностью. Над какой личностью? Кто здесь личность? Вот ты, что ли? Или вот этот малый мой? Вы должны. Знаешь, я сама разберусь, что я должна. Так, Пашка, ну давай спускай пирата. Пусть покажет ему, кто у нас здесь закон. Дай тряпку сюда. Ух, я полицейский. С какого ты цирка сбежал? Полицейский. Давай, вали быстрее, пока тебе пират штаны не полотал. Молодец, пират, молодец. Иди, место, место. Теперь ты личность. Я еще раз увижу тебя с сигаретой, я прибью поганца, понял? Никакой закон тебе не поможет. Иди лично. Wild country. Чрезвычайно дикие.
Какой подозрительный тип. Ох, чует мое сердце. Вечно ты каркаешь. А ежели он маньяк какой? А у Лиски дитё? Ты бы меньше криминальную хронику смотрела. Страхи мерещиться не будут. Кто таков? Кто таков, я спрашиваю? Что тут делаешь? Глаза мне смотреть? Я есть Соколов. Какой в твою душу Соколов? А ну, не брехать мне! Так ты Колькин родственник. А ну, пошел вон! Отсюда вы родственник. Ой, мой старый, ребенка напугаешь. Тихо будь. Мотай отсюда, я вру сказал! Где Гриш? Павлюк, ну вы чего? Ну честное слово, ну раз так можно, а? Лизок, а кто это? А че он разлегся тут? Потому как гость мой. Из самой Канад приехал, от поезда отстал. А-а-а. Спасибо большое. Что они привели? Она ела? Ела, ела. Ты как-то отстал. Ой, дядь Гриш, лучше не спрашивай. Потом расскажу. Вот все тебе знать надо. А ну домой пошли. Без тебя разберутся. Привет. Олечка, познакомься, это Джо. Он у нас погостит немного. Хай, я есть Джо. А ты кто? Прошу прощения, мне не нужно к вам. Я, верно, буду мешать. Я пойду. Куда? В обезьянник? Оля не говорит. Вообще? Вообще 5 лет уж. Прости, я не знал. И никакой трагедии у нас нет. Я найду врача, и Олечка опять заговорит. Обязательно. Точно говорят, что темнота страшнее пистолета. Вот сколько вам бабам не говори. Ведь по телевизору вам показывают и в газетах пишут. Везде шастают аферисты. Он кем угодно может прикинуться. И иностранцем, он и чертом дьяволом. А потом вынесет все из дома. И поминай, как звали. Олиски вынесет, да? Да-да. Что? Что-что? Ну что вынесет? Умывальник древней табуретки колченогие? Я не знаю, что там он у нее вынесет. А паспорт я у него проверил. Эй, бил человек! Да ты! А ну-ка, поди сюда. Поговорить надо. Дед, нехорошо как-то. Нормально.
Садись. Паспорт имеешь? Покажи. Добро пожаловать на Кубань. Спасибо. Лис, ваша дочь? Соседи вы. Своих-то детей у нас нету. А Лиза одна мыкается. Мыкается? Ну да, совсем одна. Сирота. Родители-то ее умерли давно. А девушка хорошая. И Оленька тоже. Угу. Они нам, ну, как родные. Понимаешь? Сирота. Во поле большом спит казак лихой. Крест нательный на груди освещен луной. Рядом его конь, ой да вороной. Я тоже сирота. Мама, папа, совсем не помню. Я маленький был, когда они разбились авто. Только бабушка Оля. Моя бабушка Ольга Соколов. Соколова, значит. Она меня русскому языку научила. Великолепные люди твои соседи. С доброй и красивой душой. Это так твоя бабушка говорила? Ладно, хлопный день сегодня был. Давай спать, укладывайся. Хорошо почивать. Какой ночи? Хорошее утро. Здорово ночевали, казаки! Здорово ночевали, казаки! Вот это по-нашему! Ладно, я опаздываю, побежала. Лис, я с тобой. Покажешь мне, где есть банк? Ладно, пойдем. Покажу. И мы пойдем, Оленька, пойдем. Пойдем. Лизавета! А? Здрасте. Иди догоним. Лизавета, он маньяк. С ума сошла, что? Да он вчера к Верке через забор как сиганул,
Да как на нее накинется? Хорошо пират залаял, так он испугался. А иначе... Тетя Ксения, не мили чушь, а? Да ты хоть у Верки самой спроси, хоть у Нинки. Я не сошла с ума. Значит так, пройдешь мимо церкви, выйдешь на площадь. Здрасте, Том. Здравствуй, Лизур. Увидишь Сбербанк, понял? Иди так. Так, я пошла, не забудешься? Нет, у меня в голове навигация. Смотри. Что ли? Я веду вас в полицию. Чего? Вы арестованы. Нельзя убивать собаки. Мужик, ты что, из дурдома сбежал? Я из Канады приехал. Ты Лискин хахаль. Это не смешно. Это не смешно. Ты зачем хотел убивать маленькую собаку? Он мог умереть. Так что мне их на улицу было выбрасывать? Чтоб с голоду сдох. Это преступление. Крайм. Нужно отдать приюты. Где приюты? Слышь, Фрэнд, ты иди своей дорогой. Не мешай процессу. Ой! Стой! Я беру. Да ради бога. Что, и этих? И этих. Ну на. Вот Лиска обрадуется. Good boy. You. Вернулся, Жорик. А то мы с бабкой беспокоиться начали. А этих ты где взял? Спас. Хорошие ребятки, правда? Че, это тут у вас? О, Лис, это маленькие собаки. А ну-ка, пойдем. Ты зачем собак в дом притащил? Один человек хотел их убить. Так. В воде. Так нельзя. А приносить в чужой дом можно? Я их спас. Я думал, ты будешь рада. Оленька будет играть с ними. Да не умеет она играть. Боится она всего. Неужели непонятно? Нет, это не так. Она не боится. Ей нужно... То есть ты мне будешь рассказывать, что нужно моему ребенку? Ты кто вообще такой? За что ж мне все это, а? Значит так, я увожу Олю, а ты уносишь их куда хочешь. Понял? Они же погибнут от голода. Им нужно молоко, потом мясо. Да что ж ты такое говоришь? И где же я тебе этого мяса напасусь? Ты об этом подумал? А? Импортный. Ладно. Пусть остаются. Пока хозяев не найдем. Но убирать за ними будешь сам.
подстелишь, чтобы малышня-то не мерзла. Спасибо. Дед мой сказал, что тебе поначалу от Лиски досталось. Ты на нее не серчай. Не серчай, она девка хорошая, душевная. Только после того, как ее дитё воровали, она стала нервная. Дитё воровали? Да. Олю? Да. Киднеппинг? Ой, боже мой, и как воровали-то? Вот после этого-то она и перестала говорить. А, ой, я тебя прошу, ты, пожалуйста, не выдавай меня. Лиска шибко ругать меня будет за то, что я тебе это рассказала. It's beautiful. Красивая лошадь. Халтикинская. Только у этой породы грудь белый и нос розовый и белый. Сейчас. Это я на радио. Знаешь радио? Такие competitions. Состязания. Ковбой должен сидеть на диком коне 8 минут. Очень трудно, но я могу. У меня даже приз есть. Здорово ночевали, казаки! Слава Богу, дед Гриш! Здорово ночевали! Эй, это Лизок, на завтра на ярмарку пирожки стряпаешь? Ага. Это дело. А я вот на рыбку наладился. Дай думаю, Жорику предложу. Эй, ну что, ковбойц, пойдешь со мной на рыбалку? Да иди. Небось, интересно поглядеть, как на Кубань-то рыбу ловит. Здорово, казаки! И тебе не хворать, Грис. Грис, ай. Это и есть Лискин американец. Канадец он. А? Я Джо Соколов из Калгари. А я его Жориком кличу. Ну что, хапуй. Клюет? В основном плотва проклевывается. Но правда, вот вчера карпа на 5 килограмм взял. А. Ой, льешь. Ого. Ай, молодца. Ну что, казаки, покажем ихней Канаде нашу Кубань. Ого, тела. Ух ты, ведет. Ведет, зараза. Ой, красавец! Хороша! Хороша! Осторожно, не упусти, не упусти, надо его уже поймать. That's great! Тихо, тихо! Давай фото! Держи! Три, четыре. Можно? Мне? Да, я. Ага. Оу, я. Я. Ha 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 ha
заткнись! Там твоего ботя на речке убивают! Павлю! Соленьки, побудь! У нас такое правило. Поймал рыбу, фото с ней и обратно в воду. Обратно в воду? Водают. Слушай, ну я понимаю, сфоткаться. А выпускать-то зачем, а? Вот дикие люди. А что с ней делать? Ну а что с рыбой делают? Да моя баба из нее на неделю котлет накрутила бы. Иначе нахрена рыбу ловить? Или может у вас рыбу не едят, а? Едят, покупают в супермаркете. А на озере рыбу ловят для pleasure, а? Радости. О, Лиз, ты пришла посмотреть, как я рыбу ловлю? Ага, все бросила и примчалась. Давай, герой, пошли обед, пока опять во что-то не вляпался. Лиз, вляпался – это хорошо или плохо? Как я понимаю, уже нормально. Жорик, ты на вечерний клюв приходи, еще пофоткаемся. А в воскресенье на охоту собирайся. Покажешь, как у вас битого зверя, отпускаем. Иди уже, иди. Иди, давай. У нас так заведено. Рыбу в речке ловят, грибы в лесу собирают, а щенков, когда их много, топят. Какие-то люди у вас странные. Чего? Люди у нас хорошие, добрые. Вон, баба Люба с дедом Гришей. Вроде чужие мне, а как помогают? Ваши люди бьют детей, нарушают их права. В Канаде ребенок может заявить в полицию, и тогда родителей накажут. Батюшки, это что это? Дети на родителей в полицию доносят? Ты считаешь это нормальным? Это кто вообще странный-то? А у нас в Калгари белки и суслики в центре города живут, и их все кормят. А у вас убивают этих щенков. Ну и живи тогда в своей Канаде. Прости, у нас все не нравится-то. Никто тебя сюда не звал. Себя покажет. Хватитесь! Да поздно будет! А я вот такая, что и не возражала! Смейтесь, смейтесь! Кабы поздно не было! Больно! Ой, идиот он! Ой. Слушайте, а я сейчас сама проверю, маньяк он или как. Hello, Joseph! I'm glad to see you. Oh, ma'am, let me speak English. Ага. That's great. Так, а мы знакомы. Ну, помнишь? Люси. Я Люси. Of course. Yeah. Но, Джозеф, как тебе у нас? Ну, правда, у нас очень красивый город, особенно центр. Центр? Центр. Я хотел банк. О, нет, банк сегодня выходной. Что делать? Мне нужно... To exchange $50. А мне нужны ваши рубли. А что-то какая проблема? Заходи ко мне в магазин. Я сейчас все тебе поменяю. Давай. Пожалуйста. Да я не двигаюсь. Люси! Вот. Вот поеду в твою Канаду, может, там пригодятся, правда? Да-да, конечно. Приезжай. У нас очень красивая страна. That's fine.
Люси, я хочу это покупать. Нет, это для детей. Это игрушка такая. Да-да, для Оли. А для Оли? Нет, а зачем? Так она это в жизнь не соберет. Что-то у нее после похищения бедные мозги совсем отшибло. Да-да, я слышал. Ну, не понял совсем. А ты присаживайся. Хочешь кофе? Да. Давай, садись. Садись. Ты знаешь, я Лизе сразу говорила, что вот с этим Колей Соколовым она горе еще хлебнет. Ну, а ты же знаешь, что она замужем? Нет, я думал, мужа нет давно. Да, Индюк тоже думал, да, в суд попал. У них еще со школы любовь была. Только этот Коля, он такой шалопутный. Шалопутный? Ну, бестолковый. Короче, дурак. Дурак. Только такой красавец. Вот, так он, значит, решил бизнес замутить свой. Ну и, соответственно, Лизку тут с малой кинул, а сам в область подался. Только вместо того, чтобы заработать, он в долги влез. Ну, в общем, на него и наехали. Господи, как же тебе объяснить? Там люди, у которых он деньги брал. Кредиторы? Да, да, кредиторы. Они потребовали, чтобы он деньги отдал. А откуда у Коли деньги? Ну, вот они, Олю, эти кредиторы, и выкрали. А Лиза... Она деньги отдала за Колю. Ну, дочь ей вернули, но только с тех пор у нее вот это вот. Спасибо, я пойду. А куда ты сорвался вдруг? Мне надо думать. Надо понимать. Сложная жизнь у вас в России, парни. Что мне с вами делать? Я принес их, чтобы не холодно. Завтра опять на солнышко. Им очень нужно хозяинов найти. Ты мне поможешь? Пойдем, а то мама будет ругаться. Потом опять придем, покормим их. Ты где, Оля? Как ты меня напугала? Не смей ее больше без спросу водить, понял? Лиз, Оля сама пришла. Не могла она сама. Боится она чужих. Успокойся. Киднеппинг – это очень страшно. Но ты не должна свой страх передавать Оле. Она хочет чувствовать твою силу. Уже, значит, наболтали. А ты меня не учи. Тоже мне психиатр нашелся. Капустой, с яичком, луком, с курагой, с пакетом. Отлично. Дайте мне парочку с мясом. Щенки! Великолепные щенки! Самые чудесные щенки! Подарок от самой красивой и доброй девочки! Нужно? Кушайте на здоровье. Ну, Жорик, вот они. Молодцы, американец. Канадец. Пожалуйста. Кушайте на здоровье. Привет,
Какой ты казак? Да при чем тут твои казаки? Лизонька, глянь. Оленька, кажись, улыбается. Очень смешная песня про ковбоя Джо. Постой, друган. Слушай, ты откуда такой взялся? Из Канады. Прикалываешься? Что? Не понял. Ты действительно из Канады? Да. Слушай, давай с нами. Мы по фестивалям ездим, по клубам играем. Супер, но нет. Я скоро ехать. Здесь бачанцы. Я понял, случайно. Да. Что ж, жаль. Ну, бывай. Давай. Лиз? Что? Спасибо тебе. Спасибо за угощение, милая барышня. Нам пора. Я быстро. Посмотри, я нашел. У нас в Калгари есть врачи, которые лечат детей, таких как Оля. Так у нас тоже такие врачи есть. И в Москве есть, и в Ростове. Но на это нужны большие деньги, а у меня их пока нет. Ну ничего, я заработаю. Как это было? Что? Похищение. Я не хочу об этом. А, понимаю. Personal space. Личное пространство, это нормально. Просто я хочу помочь. Оле помочь. Ты уже очень помог. Не нужно. Why? Почему? Потому что каждый человек должен рассчитывать только на себя. Это не есть правильно. Наверное. Ну, теперь есть я. Ты уедешь. Завтра, послезавтра. Не уедешь. Я не хочу уезжать. Завтра, послезавтра. Лиз, давайте будем подумывать. Нет. Не надо говорить сейчас нет. Как сказывала моя бабушка, утро вечера мудрее. Мудренее. Да-да, мудренее.
говорит что-то. Посмотри, огонь! Какой ты посмотрел, скотина! Вон люди работают! Люди пожарные! Ты сидишь тут в колонке! Где Машка? Машка, где? Там. Там моя Машка. Машка, моя дома самая сгонит, моя Машка. Sorry. Перекрытию каюк. Крыша сейчас рухнет. Горит американец. Как есть горит. Там машин нет, там никого нет, только это, год. Да это ж Машка моя, кормилица наша. Федор напился, тетя Варя его домой не пустила, он пошел в сарай. Там курил и, видать, уснул, а там сено вот полыхнуло, паразит. Лиз, а? А почему ты мокрая? Так... Ты хотела войти в огонь? Ну да. Ты ж полез и пропал. Я Машу искал. Козу я сразу увидел, а Машу нет. Я искал, искал. Тебе помыться надо. А то вон черный весь сажа, как чертяка. На речку пойдем? Да холодно ж. Не страшно, а потом чай будет. Обязательно. С медом. Вери в мене, первый раз в этом году запел. Тебе разве бабушка не рассказывала? Рассказывала. Только я сейчас все забыл. Эй, привет. Там Оля уже проснулась. А, как она? Очень хочется верить, что чудеса бывают. Бывают, конечно, бывают. Только хендмейд. Руками, если делать самому. Вот я сюда приехал сам, и случилось чудо. Ты. Ты это можешь? Конечно. Канадская полиция может все.
Смотри, ему нравится здесь. Давайте умываться и завтракать. Мне на работу пора. А мне в полицию. В посольство звонить. Айфоны, деньги и закончились. Не надо. Оль, давай, собирайся. К бабе Любе. Джо тоже уходит. Ты что, одна дома останешься? И не будешь бояться? Я понимаю, я буду ждать. Yeah, да, я в порядке. Спасибо за беспокойство. Спасибо. Все нормально. Я смотрю, ты тут прижился, а, сержант Соколов. А этого Соколова Кольку наказали? За что? За похищение? Киднеппинг? Мы-то обо всем узнали уже, когда ребенка вернули, а Елизавета заявление писать отказалась. Ну и потом, что Кольке можно было предъявить? Но ведь Олю украли из-за него. Ну, оно-то да. Но предъявить ему, повторяю, нечего, кроме того, что он дурак и скотина. Это, как сам понимаешь, уголовно ненаказуемо. Елизавета-то она баба города, как только дочку вернула, так колена и вышвырнула. И ничего ей от него, ни алиментов, ничего не нужно. А ведь деньги, которые после тетки остались, она целиком Колькиным кредиторам отдала. Неправильно все это. Вестимо, что неправильно. Я хочу, Лиз, помочь. У меня есть немного денег, я собирал на раньше. Послушай, сержант. Понимаешь, официально-то Лизка все еще Колькина жена. Семья у них, как ни крути. Ай-яй-яй-яй-яй. Как это все неправильно. Совсем неправильно. Здравствуйте. Вот это. А вот и ты. Значит, не пустые слухи меня в Ростове достали. Кто вы? Что вы здесь? Ты что здесь? Это понятно. Ольке отец, Лизке законный муж. Уходи. С какого перепугу? Я у себя дома. Ты не видишь, Оля боится? Ой, какое дело, что ты лезешь? Это моя дочь, моя. Вали отсюда, покаца. Уходи. Ну, конец тебе. Подаль канадская. Сударь, вы негодяй. Вы плохой отец, плохой человек. Очень плохой человек. Вы не достойны фамилии Соколов. Да я тебе... Да на кон! Ну, слава тебе, Замоска. Я тебя сунул, падла. Лиза тебя не любит, а Оля тебя боится. Понял? Садись. Пойду, я тебя... Ну что ж, что? Думаешь, приласкал голодную бабу и все? Больно много ты понимаешь про нее. Хрень я тебя понял! Казаки! Что вы тут устроили? Эй, дед, а ну, гукни казачков, тут надо с ограниченным контингентом разобраться. Сейчас. Ты что, прискакал? Колька, звали тебя? И ты продался, дед. На американское бабло повелся. Ладно, погодь, я сам. Колян, ты что тут делаешь?
Домой я вернулся, дядь Финя. Да? Домой, понял? А где ж ты столько лишь шлялся? А? Понятно, вы ж тут все заодно. Ты что сюда пришел? Что ты здесь делаешь? Да Варька, вот молока Машкину передавай. Привет, Лизок. А ты что это здесь делаешь? Так, а я тут приехал к тебе, к дочке. А тут не пойми кто. Лизок. Где Оля? Пойдем, Федюня. Тут без нас разберутся. Отвали. Нет. Да ты что? А ну пошли вон отсюда! Оба! Лизок, я ни при чем, это все. Я мирно пришел, ждал тебя, я хотел. Хотел, да? А ты меня спросил, что я хотел? 5 лет ничего не хотел, а тут вдруг захотел. Ну-ка, пошел вон. Вон, я сказала! Я. Что посмотрим, тебя возьмем? Я тебя еще родительских прав. Шлюха! Ухожу, ухожу! Чтоб духу твоего здесь не было! Ухожу, ухожу. Дура ты. Лиз, я хотел. Ты тоже что-то хотел? Ты зачем это устроил? Ну, кто тебя просил, а? Ну, иди посмотри, у нее истерика. У нее же такого не было с тех самых пор. Послушай, когда я вернулся? Уходи. Я не хочу ничего слушать. Я прошу тебя, уходи. Как у вас в Канаде, а у нас за бабу, за хорошую бабу, иной раз биться надо. Я хотел, но она не хочет. Жар, или мы не казаки? Казаки. Тогда вперед! Жора, смелость города берет. А тут всего-навсего одна бестолковая баба. Ну, а если она не захочет? Ты глаза ее видел, как она на тебя глядела? Не захочет, скажет тоже. Ну, давайте, а то это чай сейчас остынет. Так что ты, наливай. Да. Садитесь. А где Лиз?
На работе? Я смотрю время. Видишь? 9 часов. Hey, you smart, huh? Когда ты научилась? Повтори еще раз. Лошадь красивая, лошадь. Умница! Громче можешь? Лошадь красивая, лошадь. Смотри, вот здесь работай, здесь. Лошадь красивая, лошадь. Давай, попробуй. Лошадь красивая, лошадь. Эй, baby, don't cry. Не плакай, ты молодец, все хорошо. И мы сейчас... Я знаю, что делать. Когда мама приходит с работы? В 5? Ничего, мы успеем. Пойдем. Доброе утречко. Может, зайдете? Я Машку подоила, молочком угощу. Нет, спасибо. Нам нужно быстро. Куда это они? Да не сказал. Хай! Здрасте! Здесь на ярмарке была лошадь с телегой, хозяином. Ну, есть такие скворцовые, чего? Как их найти? Так фирма у них здесь. Где? Так это, далековато, за городом. За городом. Куда это наш ковбой поскакал? А я смотрю, твой ковбой не шибко в свою Канаду торопится, а, Лизок? Так посольство не работает. Вон праздники закончатся. И поедет. Ты не как того, а? Втюрилась, подруга. Ты что, мелешь-то, а? Ты о чем-то другом думать можешь? А зачем? А нам, молодым, красивым, ничего больше и не надо. Ой. Эй! Кто дома? Джо? Оль? Нету. Мы с недавно с кладбища. А что голосишь-то? Оля и Джо пропали. Ну, так что и пропали. Ну, речки поди сидят. Дед Федь, вы Джо и Оля на речке не видели? Они еще утром в центр пошли. Зачем это? Я почем знаю. Варька на молоко звала, так они нет. Торопились куда-то. Смотри. Может, мы неправильно едем? Мы правильно едем, это у нас просто дороги. Неправильные. Лизок, ты куда? Случилось чего? Оля и Джо пропали. Как это? Да не знаю, нет нигде. Ну так в полицию надо. Ну что ты балабонишь? Что ты балабонишь? Сейчас идем. Ну где у нас потеряться-то можно? Телевизор смотрите. Ну мы еще и газеты читаем. Так вот тогда, дед Гриш, ты должен знать, что детей воруют для продажи там или на органы. Лизок, ну что ты слушаешь эту дуру заполошную? Вы сильно умные. Прохлопали, дитё. Теперь ищи.
ветра в поле. Да мне и в голову ничего такого не пришло. Ну, он ведь у тебя живет, да и паспорт, я его видел. А если он фальшивый? Да помолчи. А если этот ваш канадцем только прикидывался, чтобы в доверие втереться? Вот скрой Коломбо. Не рви душу. Ничего еще пока не понятно. Узнал чего? Мужики с площади сказали, что он про ферму этих Скворцовых спрашивал. Еще! Не, нифига не получается. Давай телефон, пацанам буду звонить. Оленька, ты не виновата. Это батарея плохая. Телефон долго-долго работал. Поняла? Господи, что же так долго-то, а? Так дождь какой был. Вот дорогу не развезло. Ковбой. Да пошел он к черту. Да снимешь ты это. Не надо! Что? Не надо.
существа, бабы. А вы, мужики, стало быть, умные. Тоже мне ковбоец. Подумаешь, послали его. Ишь, какой гордый. Значит, так оно ему было нужно. Да цыц ты, старая. А ты мне рот не закрывай. Новый. Мам, не плачь. Он приедет. Таня. Не приедет он. Его уж 3 дня нет. Он, наверное, в свою Канаду укатил. Какая же я дура. Нет, мам, ты самая лучшая. И Джо так говорил. Прям так и говорил? Да, точно. Твоя мама говорит, самая лучшая, самая красивая, самая добрая. Таких нигде больше нет. Пожалуйста, приезжай. Знаешь, как маме без тебя плохо. И мне. Доброе утро. Я знала! Мам! Я же говорила! Так я ж думала, ты... Ты ошибалась. Так я ж не думала. Ты ошибалась. Личное пространство? Ты где ж был-то, а? Паразит! Секретарь московского посольства, он вышел на работу. А президент канадской компании, он должен даже был прервать свой отпуск, потому что... Тебя не было так долго. Я восстанавливал кредитки, потом получал деньги. Мне же нужно научиться пользоваться кэш. Потом я поехал к коллегу, он очень хороший человек, он фермер. Я купил у него коня. Его зовут Орлик. На горе стоял Шамиль. Он Богу молился. Оля! За свободу, он теперь твой. За нору. Низко поклонился. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся. Я тебя не трону.
не трону, ты не беспокойся. Привет, ковбой. Ай. Привет, коллега. Мы тут вагоны грабителей задержали. Глянь, не твои ли знакомые? Стоять. Ну так что, сержант, эти тебя обокрали? Нет, те были совсем другие. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не ворую. Сейчас проходим, проходим. Ты не беспокойся, ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону. Спасибо, мужики! Ты не беспокойся, очище золотой, возле реку балыся, густую лепку горочи, каштанов осталося. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Учитель молодой, гимназал новый, учитель на пусты здоровый. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.